Так, значит, поехали мы до Баумола. Вот такие ведрышки покупали там. Видео будет классное. Там внутри уже получается вот эта вот остается штука. Достать-то. Машина стирается у нас. Ну, короче, достаются камушки. Вот эта пленка снимается, да? Правильно говорю? Пленка снимается. Все, и двойное дно получается. Очень удобно. Я вот, вот так вот открывается. Я так понял, это для подлива? Да, сюда. Здесь и есть окошечко. Метка. А, вот она, меточка, видите? И там цветочки пересадили, и мы, получается, там пересадили, видно уже, да. Сколько. Вот эти вот. И нам не хватило еще одного горшка, да? И земли не хватило. Да, и земли. То есть нам на пальму пересадили. Да, это под пальму, и еще под один цветочек у нас. Мы решили с Маринкой по пути быстренько забежать кофе попить и в Глори джинсы. Сашка решил. Я-то кофе, Маринка в Глори джинсы. Что-то попить кофе. С лавки начали купить там шнишки какие-то. Да. И Наське что-нибудь. У него вечно коленки уже вышли. То есть волно мы просто так едем, обязательно едем через куда-то. Кафешечка. Что такое? Чайное, кофе. Нас даже, мне кажется, не видно. Ничего не видно. Все пытаются смартфон разглядеть. Вот такой вот кофе. Это вот так. Бугимен какой-то. Сейчас попробуем. Ничего пить можем, будешь? Ладно. Маринка сейчас беременна, ладно, вообще не пьет, ни кофе никакое. Нельзя, да? Молоко пока у меня не хочет организм. Усваивался. Вчера она первый творог поела, понравилось, говорит. Вот, в общем, получается, это у нас какая улица? На Юрше. Сейчас зайдем, посмотрим, что есть. Ну, обычно так для детей, так как Савка, он вообще изнашивает все быстро. Он постоянно в песочнице. То есть вот такого покупать, как бы, да, недорогого плана нормально покупил. Как бы он за месяц меньше, чем это, за месяц убил, колени разобрался, штаны и все выкинули. Ага. Тут уже можно снимать нормальный херов мне на голове. Тут уже снимать можно, тут уже свет не так сильно горит. Пойдем сразу в детскую. Выходишь, там вот так вот получается. Народу много. Народу все же много вообще. Что там нашла? Конечно. Она пытается военные найти. Я пытаюсь, тут мы такую курточку нацепили, под нее покупали штаны. Военные? Да. Он уханькал их, да? Он все вышел. А курточка новая, да, лисит? А курточку еще не носили. А сейчас тепло стало. Ну, может, такие ему взять, синенькие, стрики хорошие. Не тонкие, ему надо, наверное, покупать. А вот висят штаны какие-нибудь спортивные, это опять он их вот уханькает, я думаю, ненадолго, да? Какие-то такие, даже качество видно, что материал не то. Слушай, а вот здесь какие-то, может быть, есть. Давай. Маринка увидела все за 899. Посмотри, может быть, джинсики какие-нибудь? Джинсики у нас есть. Ну, тогда я не знаю, что ты хочешь. Посмотрю. 98, это маленькие. Так-то они хорошенькие. 110, мы уже такие большие. А вот смотри, наподобие. Вот есть, смотри, хорошенькие. У них на коленях уже там такие типа идут эти подкладки. Переверни. Вот, видишь, уже на коленники идут. Ну, хорошие. Ну-ка, найди его размер. Мне нравится, и цвет прекрасный. Ну-ка, разверни их, смотри. Вот, давай берем. Смотри, внизу резинки поддувать не будут. Грязь скапливается, как он любит по этой шахтером быть. Все, берем. Давай Наське что-нибудь возьмем, какую-нибудь футболочку или кофточку. Мне кажется, вот такого плана вам камуфляж вообще. Ну-ка, подними ее. Ну, смотри, рюкзак. Какой большой-то, нормальный рюкзак. Сколько он стоит? Так давай возьмем камуфляж. Мы с тобой в этом видели. Кого? За 300 рублей. Спанч Боба. Или да не надо ему Спанч Боба, он смотри, камуфляж. Парень сейчас будет довольный. Сарик, считай, брать свои игрушки. Да что? А что он большой-то? Пускай ходит, привыкает. К школе привыкает. Какая жадина. Смотрите на эту жадину. С ней ходить еще бесполезно. Возьмем булочку. Вот смотри, какие серенькие хорошие. Ну-ка, покажи. Вот такая красивая. Топиком. Это девчачья вообще? Женская же, да? Давай вот такую серенькую возьмем и хорошую весь. Сейчас ценник увидит, скажет, не, не берем. Жадина, блин. Какой ценник? Понимаю, это какой размер-то? 5 рублей нормально. Все, давай берем.
Вон стрелька там вот еще, вон какая висит. И стопудово вот это понравится. Ну-ка вот это посмотри. Серенькую. Не, да-да-да. Тепло, и на футболочку. Да как раз вот такое, чтобы она не летала. О! Возьми. Это жадина такая, а. Сколько это стоит? Посмотри, сколько стоит. Все, мужики и женщины, не купим. Все, взяли. Жадина. Все, Маришка, оплачивает. С этой жадиной я больше не пойду, потом из нее схожу, куплю себе тоже рюкзак, парни. И Наське такую курточку. Но мы еще потратились, у нас получается видеокарта сгорела. Пришлось новую 10, видеокарту 1080 покупать. Ти-ай. Очень дорогая. Посмотрите на эту жадину. Жадина, говядина, соленый огурец. Пополь валяется. У нас новые щеки появились. Да-да-да. То она очень сильно худела. С этим токсикозом. Сейчас вроде поменьше. Только вечером остался, да? Да. Если честно, кофе говняное вообще. Не стоит она своих денег. 100 рублей попросили за это кофе. Ребеночек там не хочет уходить. Все любят покупки. Кофе говно. Какой был молод? Это был молод, да? При входе запах немножко подкачал. Даник охранник на нас смотрит так сильно. Серьезно так. Ну что, тележку возьмите? Ну, кого? Пешки? И давай землю. Возьмем тележку. Давай. Бери. Можно? Спасибо. Все, поехали. Посмотрите на эту вредину. Не дала мне песенку сейчас дослушать. Там Виктор Цой пел. Давай, давай, пошли, пошли, пошли. Так чё, блин, не дала песню мне дослушать. Пошли горшки, где они были у нас горшки? Сегодня ты какой-то ворчун. Сегодня я не в настроении. Дружелюбный коллектив. Прикольно. Вот там, ребят, горшков просто тьма тьмущая. Ну, кстати, горшки мы только такие вот здесь нашли, да? Я вот не видел такие горшки. Может, именно с подливом. Может быть. Давай, сейчас. А вы не против, с него проверим? Так. Спасибо. Так, давай, горшок. Цвет не помнишь, какой у нас был? Какие есть? Три цвета есть вот у нас горшки, ребят. Они по 480, 390, да? Есть. Нам надо... Эти другие уже. Да. Ну давай возьмем какой-нибудь тогда. Такой? Давай, а что у нас, два наших цвета тогда будут в таких, давай? Нам один надо взять. Я понял, так я тебе говорю, вот твой цветок и мой будет в таких цветах, в таком цвете. Вот стоять. Мой в такой посажен, твой в такой, а в этот посажен это денежное дерево. А сейчас нам еще надо посадить там вот, вот эти, да, красивые? Да, еще один. А что, как он называется? А вот этот, ну, это о, давай его возьмем, во-во-во, вот, он такой же. Все, три цвета разных. Давай. Точно, точно такой же. Снизу. Смотри, чтобы не поцарапан его. Их там много, давай. Смотри. Аккуратно, 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 аккуратно. Не психуй. Не психуй. Я не так поставлю, но давай. Не психуй. Сейчас поставлю на место. Это специально такая штука должна так получиться как раз. Все, видишь? Я поставил, все, ничего не сломал. Правда, горшки стоят 480 рублей. Так. Вот этот горшочек, смотри, похороший там. А там это проткнуто. Да земля-то пофиг, что проткнута. Вот этот сам внешний вид, чтобы был красивый. Да, давай, давай. Вот этот возьмем. Так. Вот этот красивенький. Ну все. Четвертый цвет. Да. Вот, ребят, получается, вот эта штука достается, вот эта капсула. Отпечатывается, на дно ставится вот там. Да. И водичка, видите, там получается скапливается, она как камешки уже сдерживает. Впитывает. Очень прикольно, да? Вот эта васочка. Чик. О, маленькая, не знаю, землю снимает. Прикольно. Я думал, что это специально. Нет, это как бы так есть, да, нет? Я не знаю. Декоративно, да? Прикольно, да, что? Это поломанное. Прикольно. Так, нам сказали при входе грунт, девушки. А цветы самое интересное здесь, а земля при входе, да? Там рассады, наверное. Угу. Воршливая жена.
По имени Маринка. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Да нет, я не ворчу. Ты мне песни, этот Виктора Цоя не дала послушать, зараза. Это сейчас в интернете идем. А так это сейчас вот модно такая как бы, песня. Вот. Да, кстати, смотри, ВКонтактике мне подкинь. Вот, давай. Наконец-то, давай, бери их. Сколько? 5 штучек. 5-4. У нас 5. Малыш, мама не хотела тебя обидеть. Мама сегодня не в настроении. Что за ковры, я не понял. Бери 5 штук. Женщина. Они на стол все 5 не влезут. 4 надо. 5 бери запасом. Какая вот пиздопротивная женщина бывает, а? Ребята, как справиться-то с ней? Она распечатанная. Так вот, посмотрим. Вот красивенькая. Давай, бери. Какой пятый-то будем ложить? Я сказал, бери запасом. Потом езди с тобой, ищи по всему городу. Знаю я тебя. Сколько взяла? 5. Точно? Все, 5. Контролировать надо. Будильные доски новые. Мы же не можем просто за горшком стоять. Нет, конечно. С истеричкой же просто нельзя за горшком стоять. Здесь ругались когда-то. Да. Ну, моя истеричка, что делать? Акция, вон, земля на земле. Так, ну это вообще помидоры какие-то, яблоки. Нам не нужны помидоры, яблоки, нам нужны цветы. А на ней тоже акция стоит, 29 рублей грунт, да? А, нет, это грунт. Да, так вот грунт. Ну, есть. Давай, вот, берем. Давай. Не я же буду. Ну, конечно. Да. Давай 4 возьмем по акции. Давай. А там у нас для пальмы это другой грунт? Какой для пальмы грунт? А что пальма? Вот она не в таком грунте не живет. Ну что вы смотрите? Охранник читает газету. Ну все, идем на косу. Про вашего мальчика. Тяжелая. Земля? Да. Сколько мы взяли? 4 мешка? Давай 5 возьмем. Все. Я 3 предлагаю. Так она по акции вообще, по 25 рублей, по 30. Ну что там? Это минеральная добавка прочная. Да, то есть она вообще никак не подходит. Тетенька нас посмотрела, что мы снимаем. Уже возвращаемся. Говорит, сколько здесь эти тряпочки стоят? Я говорю, какие тряпочки? Разворачиваем. Смотри, где тряпочки? Какие ты увидел? Я еще не увидела. Я увидела, что ты сказал тряпочки. Вот я увидела, одел с ведрами, думаю, может быть, тряпочки. Ага. Логично. Нет. Мы где-то в другом отделе. Не все. О, скоро на ванночку будут купить. Да, я вам горшок увидела. Прикольно, ковбой. Вот нам надо будет, может, сейчас взять Славику подставку, но на унитаз завязать удобно. Давай, потом для кошачьего этого я использовать ее буду. Поднимать. Да, Лили приучать. Давай возьмем вот эту подножку. Давай голубенькую бери. Или лучше, знаешь, куда взять? Нейтральную надо, вон, может, какую? Нейтральную? Давай, какую? Вот эту вот голубую у нас. Вот стой, пиздануться можно спокойно. Маленькая, да. Тут хоть прорезиненная. А не прорезиненная, нет? Потрогай. Вот это нет, а вот это да. Ну-ка, давай вот эту такую возьмем. Вот, давай вот такую возьмем. Вот такую, да? Не голубую, а вот такую синюю. А под чё она синяя такая? Ну, голубенькая она, хоть ладно, пускай голубенькая она, нейтральная, то есть такая вот веселенькая. А туда-то под чё она? Такой цвет. Чё такие цвета противные нравятся? Ну, это типа пизданёшься, как самолетик. Или полетаешь, как Микки Маус. Мы берем вон резину, смотрите. Хоть сам слезать с унитаза будет. Так вот. Он на всю квартиру постоянно орёт. Да. Талет! О, мне перчатки надо. Я вижу перчатки. Маринка мне сейчас купит перчатки. В машину. 500 рублей, Маринка, купим? Ну, давай кинь 50 рублей хотя бы купим машину, чтобы были. Вон 35 рублей, давай перчатки купим по 35. Вон, давай возьмем. Я слышу, да, ценник сразу, когда говоришь по 35? Она сразу шедрая такая. Так, вот эти вот перчатки надо посмотреть по какую цену. Они раздельно. Вместе. Вместе, вот такие вот надо, вот такие. Вот такие. Вот и хорошие какие. Машину мне надо вот как бы на улице там что-то. А что они такие тоненькие? Так мне надо, чтобы не замораться.
Нейлон микроточка. Вот давай у них два, вот этих два. Они, ну-ка. Вот он, мне 35 рублей. 35 рублей, давай. Ну, я тебе за 50 могу купить. Ваша щедрость сегодня не знает границ. Купи лучше две таких пары мне. А по 35. Да потому что мне надо только просто, чтобы руки не марать. Мне не нужно, чтобы они не мерзли. Логично. Тогда нахрена вот эти за 550. Я пошутил. Они одинаковые по размеру? По длине-то? Не, вообще на одну руку, походу, дело. Почему на одну руку? Ну, пальцы. Да. Да, на одну руку. Здесь проверь. Здесь нормально. Да? Да, давай. Тогда у меня такие перчатки. Еще один. Давай, одну дыбой. Мужу перчатки. Красные. В машину. В белом тебе. Они вот, кстати, этим меньше, а красные больше. Может, ты на руку примеришь? Вот, давай, давай, вот такие, наверное. Вот, давай. Они как раз с этой застежкой. Давай, вот такие. Бери. Не-не-не, давай вот такие вот бери. Они по-моему одинаковые? Они вообще не так одеваются, дурочка. Это вот эта штука специально сделана, чтобы драть, да. Ну, эти побольше. Я эти понял. Поменьше. Я нормально. Не надо. Вот возьми мне как бы разные. Я заценю как бы. Они, смотри, на разные руки, точно? Да. Ну-ка. Сейчас возьму. Где палец большой? Вот большой его. А вот большой. Все, давай их сюда. Точно? Точно. Не малыши? Нет, не малыши. Вон, смотри, какие тут эти есть. Кофточки. Ну, давай слайд рюкзак посмотрим здесь. Давай. О, горка. Так, Славки рюкзак. А где тут рюкзаки? Ты увидела рюкзаки? Я не вижу. Сетка висит. Это вообще как бы на голову одевать. Горка у меня такая же есть. Так, ну все, в принципе, пошли. Да. Она мне перчатки эти купила за 70 рублей. Сейчас это будет попрекать, я же тебе купила. Но себе возьму что-нибудь дороже, стопудово, ребят. Что, ты хочешь посуду посмотреть? А у нас такие чашечки вроде были зеленые? Такие, да, были. Были, да? Я не ошибаюсь? Да. Вот розовенькая вверху, смотри, как хорошая. Вон там, да. У нас такой не было. Так вот, я тебе говорю, давай возьмем по чашечке по одной. Для записи. Смотри, как красивенькая. Не обколотая, ничего. И цвет вроде такой нейтральный. Угу. Ну, нейтральный такой, он как бы розовый. Давай возьмем. Блюдечко давай возьмем. Точно? Ну, а такую глубокую для супа не хочешь? А? Вот эту вот глубокую не хочешь? Вот да. Это салатник такой. Это салатник? Мне казалось, наоборот, для супа больше. Вот я не разбираюсь, я колхозник. Я даже, если честно, в вилках не разбираюсь. Написано, кто не разбирается. Тарелка суповая, салатник. Ага. Для меня, да. Ну, все хорошо. Ты знаешь, мне хоть в кастрюлю навали, я как бы съем. Такой берем, да? Давай. Две. На тебе для салата надо. Ну, давай, вот три, потому что это как раз такой счет хороший. Все, они, мне кажется, отличаются немножко. Вот это темнее. Нет? Хорошо. Все, пошли на кассу. Мне кажется, не одинаково. Да, одинаково, одинаково. На кассу пошли. Мы дойдем сегодня до кассы, нет? Разбирать, девушка, да? Давай, пошли. Все, о, смотри, какая тарелка. Машинки. Детская. 230 рублей. Кружка. Ну, тут там собачки, а тут машинки. Что ты вообще что-нибудь понимаешь? Ничего. Набор? Давай возьмем Славки. 395 уже. Жаба задушит, пошли. Я вижу, что у тебя лицо поменялось сразу. Ну, в принципе, если бы не она, ребят, я бы вообще растратно жил бы. Без денег постоянно. Он помогает, да, мне хоть как-то экономить. Хотя иногда сама тратит, мы пиздец. Мы бы от зарплаты до зарплаты не доживали. Ты нас послала с самого начала. Оказывается, здесь тоже грунт был. Короче, мы по магазину проходили. Надо сказать девушке, что она нехорошая. Что там смотришь? Коврик для ванны противоскользящий. А тебе зачем? Не знаю. У тебя вроде как бы там это, пол с подогревом, он всегда сухой. Это что такое? Игрушки детские, подводки. Ну, все, все, пошли. Короче, зашли просто купить. Чего мы зашли купить? Земельки, да? И горшок. Полные пакеты, блин. Тяжеленные несу. Не получается у нас просто так ходить, как у нормальных людей, ребят.
У Ринки полные руки, но у него полегче, чем у меня. Все? Мы все купили? Сейчас Саша выйдет. Да-да-да. Тут надо сейчас выехать. Аккуратно. Так. Какое у нас сегодня солнышко. Прямо ощущение приближения лета, наконец-то. У тебя сегодня обещают ночью заморозки до минус 5 градусов. А завтра плюс 18. Уж не знаю, какой перепад температуры. Ну, сейчас, опять сейчас будет. Сейчас ты это пересадим, Зай. Да. Ты опять отложишь это на долгий срок. У нас, короче, ребят, беда. Мы купили в этом, в Кастораме землю. Землю. Землю, да. И пипец, короче, все цветы заразились мошкой. И мы уже 2 месяца бьемся, выводим эту мошку. Земли поменяли, горшков повыкидывали, ребята. Даже я уже даже в слабом растворе марганца. Ты положи руку так, чтобы тебе удобно было. В этом же не так считают. Это считают. Ну, в этом же я уже даже до корней очищала цветы. В растворе слабом марганца их полоскала. А чтобы... я Маринке не даю их выкидывать, она хотела их выкинуть. Я говорю, от них легче, потому что мелкая мошка, она все равно есть. То есть не знаю, откуда она у нас появляется, она никак не выводится, вроде хотя все цветы... Ну, блин, появилась она изначально от Касторамы. Ну, от земли. Мы купили землю в Касторамы. Пересадили, то есть у нас цветы выросли, мы решили пересадить их в новые горшочки, купили горшочки, землю. И, в принципе, в итоге только пересадили, появилась через какое-то время... Мошкара. И смотрим, вот в земле прямо мелкие вот такие эти ползают. Ну, это, видимо, личинки от этой мошкары. Я всю землю выкинула. Ну, правда, горшки пожалела, не стала менять. Я их также раствором марганца промыла. Корни до корней все очистила от земли, тоже все промыла. Все равно откуда-то снова мошка появилась. Сейчас вот вы видели, мы купили... Новую землю. Да, новую землю. Но земля еще до этого мы брали в семье. То есть сегодня мы снова горшки выкинули, ребят. Вот. Ты утром показала, я 3 цветка, у меня хватило земли на 3 цветка, я пересадила. И вот мы докупили земли сейчас. Купили еще один горшок для еще одного цветка. И надеюсь, все-таки у нас эпопея с этими мошками закончится. Сейчас покажем дома, как это. Ну, может, кто-то посоветует, может, кто-то еще каким-то образом избавляется от этой мошки. Мы покупали, типа... Сейчас дома покажем. Нет, вот я хотела сказать, средства покупали. Нам сначала в магазине посоветовали средства, сыпешь его в землю. У меня, по-моему, это... Закончилось? Ну, не закончилась, я уже брала. И, в принципе, она нам не помогла, вот эта вот, не приправа, как ее называют. Ну, так ее сейчас дома добавишь, ты снова и это покажешь.